Почему вы не расскажете людям сегодня, что все ваши НПОшные телеканалы, вы не будете проводить дебаты на президентских выборах, потому что Майя Санду отказалась участвовать в дебатах, и она не будет. И вы под этим предлогом, из-за того, что будут приходить только представители каких-то партий, вы не будете проводить дебаты. Почти а вы ваши... считаете нормальным проводить дебаты с представителями кандидатов в президенты? Избиратели будут голосовать подождите, за представителей? Подождите, то есть сегодня из-за того, что Майя Санду нет. Не хочет ходить нет, на дебаты? Нет. Мы на выборах... Большинство телеканалов не будут проводить дебаты. Помните... Почему? Чтобы у оппозиции не было возможности сегодня... Вы помните выборы в местные органы власти? Да. Мы проводили дебаты? Наверное. Мы вашего кандидата Сбельц приглашали? Наверное. Да. Так. И мы тогда сказали, что... Анатолий. Представителей кандидатов в студию не пускаем, потому что люди голосуют за примара, а не за представителя. Не за... Анатолий, что-то вы тут стали диктаторами. А не за представителя. Ах, вот оно что. То есть в любой нормальной стране, когда приходят представители того или иного... Послушайте, не даете потрогать Майю Санду, дайте потрогать этого кого? Яшку Цыгана, Раду Марьяна, понимаете? Анатолий, заканчивай. То есть вот он, значит, диктатура инфраструктуры усатого плохая. А то, что не Голя, а НПОшники и администрация президента решила не проводить дебаты, чтобы не приходили представители партии, а что плохо? Суамбракат Офимеев Румас, Орумом, Овинит, Луаратат Лативзор, они же для этого большинство ходят к вам, понимаете? Дону Голя. И люди за кого должны голосовать? Анатолий, за Офимеев Румас или за кандидата на пост больше диктатор, чем, я скажу, Ким Чен Ир. Вы сейчас поступили жестче Ким Чен Ира и Лукашенко, Анатолий. Потому что вы сейчас людям сказали, что вы не будете приглашать представителя партии.